Впервые за многие годы можно наблюдать профицит областного бюджета. Доходы значительно увеличатся за счет роста налоговых и неналоговых средств. Мы говорим, что профицит будет даже в будущем наращиваться ближе к 2019 году. Да, на сегодня это профицит, но пока мы не говорим о каких-то очень значительных суммах перевеса между доходами и расходами, пока пытаемся только начать эту работу. Увеличение доходов населения и улучшение качества жизни людей, рост экономики не менее чем на 4%. Важнейшие задачи, которые ставит правительство на 2018 год. По итогам 2016 года прирост собственных налогов и неналоговых доходов составил более 27%. Тем самым Ульяновская область заняла первое место в Поволжье и второе место в стране по темпам роста собственных доходов. В этом году мы активно продолжаем наращивать собственную налоговую облагаемую базу. Позитивная динамика более чем сохраняется. По итогам года мы ожидаем получить доходы областного бюджета в размере 49 миллиардов рублей. Параметры областного бюджета Ульяновской области на 2018 год сложились в следующих объемах. Доходы составляют чуть более 48 миллиардов рублей. Расходы в общей сумме почти 47 миллиардов рублей. Таким образом, регион начинает снижать государственный долг. И в следующем году сделает это на сумму 694 миллиона рублей. А к 2020 году сократить долг удастся еще на 3,4 миллиарда рублей. Однако окончательно бюджет будет сформирован к началу следующего года, после еще ряда подробных обсуждений. Я думаю, что вот те несколько недель, которые у нас еще будут перед принятием бюджета во втором чтении, позволят и депутатам задать свои вопросы, и счетной палате уточнить все моменты. Мы уже завершили свою работу над заключением к первому чтению, и сейчас активно работаем над подготовкой заключения ко второму чтению, то есть копаемся во всех расходах. Бюджет 2018 года будет сформирован по программному принципу с использованием проектного подхода таким образом, чтобы ресурсы концентрировались на решении приоритетных задач, региональных программ и проектов. У нас будут действовать на следующий год 19 государственных программ. При этом появляется новая программа – это формирование комфортной городской среды. В этом году у нас 18 государственных программ. И только расходы на эти 19 государственных программ составят 45 миллиардов 397,9 миллиона рублей, что составляет 95,4% всех расходов областного бюджета. На днях проект областного бюджета будет рассматриваться в первом чтении, после чего начнется работа по детализации расходов по отраслям. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.